так, ну... Может, я все же на арте, там, отдаться, высокоточки перезаряжаемые. Блин, тут карта большая достаточно. А, слушай, его скорее всего собью здесь. Хотя, я не знаю, может попробовать авиацию здесь. Авиацию мы тут не брали ни разу. Тут... Ну, давай, ладно, попробуй на артиллерии, бог с ним. Попробуй на артиллерии. А, стоп, авиацию здесь не брали ни разу? Вообще ни разу никто не пробовал. За просто, 4... насколько я помню, тут карта широкая, я по этой причине говорю. Не, я просто, знаешь, чего боюсь? То, что Стимаш возьмет это... И на американской авиации выбивать, блядь, буки, это ебать нахуй, без вазелина. Ладно, я их буду выбивать. Сказывай красиво. Я их буду выбивать. Ну, так, я авиацию. Права, да? Я права? Я тогда авиацию возьму, как раз посмотрю, как они играют вот здесь, на этой карте. Бригада ВВС. А, блядь, у меня ж Little Bird. Ну-ка нахуй. Давай. Хаммер Соу вызывать не буду, пусть. Кто такой Саймон? Вообще хрен. Кто? Игорок. Новый, что ли? Нет, он не новый, он давно играл. Что-то я это из жмурков, Саймон. Ава Кампла. Что-то я его тоже не помню. Так, один бардак устранил, ребят, пехоту. Одник, по центру. Ребят, пехотинца выбейте здесь. О, вертолет точки захватывает. Вау. Ты наш? Да, ну мой Little Bird точки захватывает. Правда, ему сейчас пизды дам. Бабах! Да, вон там уже 80. Да чё у нас? Да, понял. Так, Бердем я ему сломал. Минус Беттер. Санчес, я тогда оазис займу. Да, занимай оазис. И гору займи, укрепи здесь пехоту, держи, не сливай ее. Сделай какую-то опору сделай, а следующую пехоту уже атакуй. Они там стрелы лову подловили. Я тут слева немного тебе помог. Я тут полотряда ему вынес. Конечно, бомжей обычных, но все же полотряд. Санчес, там вот эти вот точки держат, слушай. Или кто у меня там справа? Где так. Ты, блядь, слева? Ёб твою мать, Тони. Ты ебался оборону. Вот это помню. Я еще не вижу нихуя. Дымами все сделал. Да, чего? Танк. Что там с левым план? Нормально все. Оникс, блять. Че? Оникс. Все, поздно Оникс, проебал момент. Не а приехал ты вовремя. Диман Ташку захватывает. Сейчас. Внимание, крайний путь. Захватить. У них авиация, да? Или авто? Ну, вы буки тогда старайтесь выносить, чтобы я мог вам помочь.
танк его. Тут слева, справа. Бура, ты на авиации? Да, я на авиации. Смотри, шилка по центру. Да, погоди, я тут диверсионная группа работает. Бля, все равно пока время. Там по мятке шилка? Да, 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 шилка. Арта кроет по центру. Но он ничего не сделает, Артур. Он только может тебе танк выбить какой-нибудь. Здесь я это, понял. Как это зовут? Что, ребят, двигаемся, очки идут нам, не пэка. Порвай тогда мне, нахуй не надо. Не, 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 не. Так, выбейте ту... БТРом помочь? Пожалуйста. А у ПРРки есть ПТ-ракета? Есть, есть, два Маверика есть. Артиллерия. Я просто небольшой план в голове создал. Ух, Джавелин, точно! Светите мне М-стул. Нужен цвет на мску. Стоять. Блин, как не вовремя. Блять, бук. Бук. Сейчас бук я выберу. Гусь слева играется. Гусь слева, а ты гусь. Ой, как хорошо-то. Не попал я, блять. Ой, у меня труп попал по мсте, блять, мста выбита. Где, где, дай метку. Мста, вот она, вот она, вот она. Буквы поддержки. Ищем. Пацаны, только вам надо выбить это, хотя бы бук. Я не смогу справа летать. Я понял. Вы это помните. Понял, понял тебя. Ну, размен. Сколько там мста стоит? 300. За 250, не помню. В принципе, размен 150 на 300 нормально. Лечу налево, танк убиваю. Давай. Блин, тунгуска-то живая, кстати. Вон она. Да-да-да-да. Танк выбит. Отлично, 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 отлично. Танк слева, прямое попадание. Ему глубоко поп. А, не, не поп. Да ты выбит. Его по-любому повредил, не можешь. Не выбит, не выбит. Но он блять, Маврик, не... прямое попадание. Глубоко попу сейчас берет и уезжает спокойно. Этот, как его, Оник, попробуй выбить БТР. Стреляй в двигатель, двигатель. Не надо взад стрелять, она пустая. Она пустая, там так, просто на выбор. По мне, по мне наработает бук. Смысл? Смысл? Все, слева я не летаю. Вот это нормально, танковый снаряд Брэдли Поттер. Блять, пока вы буки не повыносите, я не смогу вас прикрывать себе. Вон он там нахуй на центре. Давай, Санчес, как ты любишь, проездами, проездами. Я сейчас слева немножко помогаю. Танк на гусле. Лечу, лечу помогать. Ракета ушла. По мне был. Понял, понял. Бук я постараюсь вынести, сейчас просто заскучить его надо. Попал? Да, да, попал, только ты его не убил. Да ебал я эти ракеты! Серьезно, ты его не выбил. Да я знаю, блядь, они бывают, выдерживают по три Маврика, поебал. Ну, блядь. Просто бред. Санчес. Да. Кто он занимается ракетами? Тимош. Я, блядь, Тимошу скажу, что он нахуй может еще. Минус Беттер. БП выбили. Что это по метке? А, БП. С
слева шилку есть возможность убить? Да, как дойдем до нее. Ну там Рауля сидят. Посмотрите здесь вот вверху, займите. Попробуй сейчас. На нахуй. Все, занимай город. Ты тупо ему БК взорвал. Блин, мне сюда. БК у пулемета? Че то это? Так, что у меня тут еще есть? Поддержка. Пехоты на центр, парни. Так, я подкидываю, у меня очков не особо немного. Пиздец, у него даже динамическая защита не сбилась. Ребят, ну пока мы ведем по точкам, ведем дальше. Кто на приколку, ты попал, но... Вот именно, блядь. У тебя страйкер остался там справа или чё? Да. 80-ку я эту не выбью, там тунгутская и буксовая. Я мотолыгу выбью. Так, ребят, потихонечку постарайтесь в центр заполнить, потому что на центре у нас прям прогал, вообще ничего нет. Я вот это имею в виду место, чтобы никто проезд в этот. Блять, стратег, дымы, дымы, Диман, дымы, по вам штурм работает. Шилку выбил. Слева что ли? Да. Я могу попробовать бомбами пройтись, но я хуй знает. Но, слушай, можешь бомбами пройти сюда, здесь надо, тут у Рауля просто логово целое, пехоты, минометов, говна всякого там. Еще веселек. Ух, ёма, глянь, сколько тут броней. Бля, меня еще на подлетах нахуй получают. Все, я ухожу, пизда мне. Пизда мне? Не пизда мне. Пизда, не пизда. Я съебался. Уходи низко на деревья. Да я съебался, все забей. Ну я хуй знает, это. Ребята, скинул, ведем нормально. Не ссыте. Я держу центр. Хоть пехоты мало, но мне этого хватает. Блять, вон он там катается. Ну, да хуй знает, такой выливать будете. Эй. У меня не надо скрывяться с ракетами на 300. Дельфин, а почему ты НАТО не взял, а? Не надо, зачем? Там бы я тут сейчас так мало играю. Все. НАТО бы я тут сейчас... Сейчас я Василек выбью. Попробую. Стратег, у тебя сколько штук? Подожди, еще раз повтори. Они до 30 подтащили на бой. Сколько штук? Все, Василька нету. Сейчас я тебя технику выбью. До 30 тебя тут. Держи здесь гандометчиков. Блин. Там по мне, вот зараза. Съебаю, съебаю. Смотрите внимательно, у нас тут проезд сейчас может быть. Аккуратненько. А не да будет не меня авиация. Я его подобью. Не проедет. Наверное. Бля, я сейчас попробую диверсанта пролезть. Ёптю мать, у меня сейчас остался уже один. Только надо бы вот это выбить. Сейчас я гранату возьму. Да. О, пулемет с небес прилетел. Нормально. Ох ты, это что такое тут взорвало? Слушай, это мутант вообще на всю посуду. Ты про какой танк? Который ты Мейвериком пытался убить. А ему вообще прим. Минус четверо. Нет же. Да, блин. Кто там слева? Кому я сейчас? Гусь, продвигаюсь. Так, смотри, тут ты по центру не сможешь отработать, да? Уда? Нет. Тут сразу понятно. За этим танком стоит БУК. Чуть правее тунгуска. Даже не проси. Сейчас я вам попробую до 30 вынести. Не обещаю, но попробую. А, нет. Он его уводит. Я попал в танк, да? Оп! А от тура ему нормально. Ебать, у меня хп нет. Блять.
Короче, идея с диверсантами провалил. Сейчас yes. буду ПРРником. Тут еще и там. Надо как-то Владимир выбить на центре. Берегусь? Да, я сейчас попробую, у меня страйки спустились. Я бы помог, но сам... Ребят, не надо. Вот здесь. А вон Бог, вижу Бог. Бог. И почка, под почками должна... Вот здесь, вот. Я вам больше скажу, у нас тут дыра пуста. Пехота, знаешь. Да, пехота там идет. Пиздец. И винос справа. Боже, что это? Че? Проезд танка. Так, а вот это уже не пишет. 90 на гуслях, мне понравилось. И что же так что? Можно а проезд на центре устроить? Мне нужно, чтобы Бог засветил. А, ребят, у нас дыра вообще вот здесь. Давите справа дальше. Сейчас град будет налево. Сейчас град на... да. И на танке катается, на танке, на центре. Лафа, да это чё? Это ПВО, не надо тебе. Все нормально вещи стоит вроде? Да, нормально. Но авиации нет, у них авиации нет. Поэтому бессмысленно. Блуда, ты 90 можешь или что? А, понял? А то, блин... Ну ты же знаешь, он либо мои ракеты отведет, либо ему будет глубоко бок. Попробуй хотя бы. По центру, парни, помогите. Сейчас я пробую с танком все это, он дымится, он дымится. Давай на центр тогда. Ребята, давите право, пока вы даете право, мы живем. На центре я не подлечу. Все, я понял тебя. Хотя, погоди, он бортом хорошо стоит, пошла ракета. Смотри, сейчас дыма отведут, да. Сейчас посмотрим. Да, дыма отведут. О, нет. Да ты его нет, ты его выбил. Вот это экипаж. Экипаж ему выбил, он сам же его занять можно. Так, сейчас попробуем. Попробуй спиздить. Я сейчас с пехотой. Ебать там танк на центре. Сейчас я попробую бук ему выбить. Я хуй знает, конечно, получится, нет, но я попробую. Прикольно. Я сейчас попробую танк слева выбить. А, Оникс, что по очкам у тебя? Сейчас. Давай. Нормально все. Блять, какое ПРРки у Америки уебанские, вот нормально. Просто. На F-15 будет получше. На F-15 я вот пиздец его жду, нахуй. Я тоже. Блять, говно. Так, я могу, конечно, беспилотник взять, но я без пехоты останусь. Не надо. Его там собью, там шилкой стоит. Ой, тунгуску. Где слева? Может, меня... против... слева у меня может, ничего против... не ставит. Берем ебануть. Оник, заряжай ломики и не стой никогда к танку бортом. Не играет борт, играет толба. Это не World of Tanks, где ты можешь ромбовать. Хотя там тоже это уже не работает. Это... А в War Thunder работает. Да. Ой, лагает. Че заряжать, говоришь? Ломики такие снаряды с иглой. Вот ими стреляет по танкам. Бронебойная вперед. Не, ну это красиво, конечно. Короче, смотри, чтоб тебе подсказка была. Черный прицел это бронебойный против танков, желтый прицел это кумулятивный против всякой легкой боебойцы, а красный прицел зарядки это уже фугас. Вот, когда они заряжаются крупный. Оникс, ты бортом не стой, сквозь здание в ломике прослеживай. Ты... Да, я не знал. Ты... Короче, я так оставлю. Через здание стреляй, не боись. Только бронепробития будут меньше, но все равно пробуй долбить. В уязвимые места. Ну, конечно, а можешь мне попробовать урвашником пролететь? А зачем? До его у меня тут не один танк, сейчас я вторым.
На меня тут Рауль надо, я пока тебе помогал, у меня тут Рауль продвинулся. Надо, уничтожил там. А, ребят, центр, смотрим. Он что там вообще прогал? Все, уничтожил. Да, ребят, у нас на 6-7 точек больше. Не ссыте. Давите дальше. Благодарю. Бля, какая разница в корабельном и поддержке? Серьезно, я сам был в шоке, когда мы чали, это фейл. Диман, го в пассивку играть, а то у них там танков-то больше, чем у нас. Я стараюсь любить. Я сейчас попробовал. Ребята, берите, если у вас танки в поле, в голом поле, берите хайм с товками, заряжайте синий снаряд, он на 150 бьет. Красота! Сейчас я подбью. Нет, ты не выберешь. Так, у меня есть 4 бомбы, 2 обычные, 2 сверхмощные. Стратег, ты меня слышишь? Стратег, сюда, Брэдли, выдвинись, я сейчас пехоту сюда подгоню. Здесь танк слева выбить. Попробовать надо танк забрать. Нет! Найс. Я уже это... Тебе надо сюда бомбу, Санчес? Да, кидай. Арта, ебер! Подлетаю. Это не арта, это дедвикс. Ты меня вообще слышишь? Нет. Башня выбита у меня. Бля, опять арта, ну ебаный в рот. Откуда она идет? А, да это до 30-е. Смотри, Саймон, короче, опять его занял в итоге. Потому что... Стратег меня не слышит, я тебя слышу несколько стал, Брэдли, ходи. Бомба ушла. Сюда кинул, да? Да, летит. Можно какой чекнуть, я слева там. Не туда. Парни, накройте ну, D30. Ну ладно, ты хоть тур накрыл. Ну, привет. Ладно, пойдет. D30 я не накрою, там, блять, там бук, там тунгуска, меня еще нападет. Слева не нет дает танк ремонтировать. Слева танки есть? Ребят, пехота, уничтожьте, да, я сейчас попробую. 90 на центре. Да и справа я тоже вижу. И справа он там поврежден. Но я могу на нее скинуть эту, ГБУ 30. Скинь лучше рядом, попробуй. А вот хуй знает, у меня разброс на весь... Ну как попадешь. Ладно, сейчас. А, мне надо, чтобы он стоял. Надо мне центр забирать, иначе я всех подложу сейчас. Ты крой на танке. Стратег. У меня 90 здесь. Я ушел 90. Хасой. Ебать. Понятно. Так, ладно, я знаю, что у Бука одна ракета осталась. Сейчас я попробую. Развести. Вижу, сейчас попробую погнать, вон сейчас. Давай, работай. Там сколько у него ракет, можешь посмотреть? А, блядь, там два, у него... Давай, гони на всех ПРА, ходим. У него, блядь, те два бука, чтобы вы понимали. На всех ПРА, сюда бы еще пехотку. Кумулятив сразу заряжай. Турмес на центре. Бой с него. Не попал, ты прикинь. Выбили его. Выбили штурмы. Т-90. Выбили бук, нет? Так, ой, смотри справа. Ёшкин, сколько-то я вижу. Кстати, пацаны, а как тут снаряжение, ну типа машины снабжения? Протех. Ставишь к технике и все. Просто к технике. Используешь или нет? Вот это. Кто нам черемочек? Сейчас. Бля, нахуй я тогда ракету по 90 пустил, если вы. Так, по мне отрахнули ракеты. Я выебал у них Т-90 на полосу. Вот проезд, вот бук очень рядом, проезд маленький и все, пизда бук. Сейчас я попробую по правому флангу пройти. Санчес, можно вопрос? Давай. Ой, задавай мне эту же. Короче, а где здесь взять машины с боеприпасами? А в общих войсках. В общих войсках мы там такой грузовичок и пульки нарисован. Он самый. А, все, увидел. Подводишь к танку или к машине и все, или пехотинца. Там кружочек появляется, да. Туда заводишь технику или пехоту и пополняй. Только понял. Смотри аккуратно, не разломай его. Или рапорт пиши. Где взять пехоту? Господи. Где моя пехота? Я ее потерял. Сейчас хаммер. Так, давайте. Осталось
блять. А, нашел пехоту, ща подлетел. Я даже подлететь не могу, у меня уже облучение. Щит. И скорее всего... Санчес, я тебе что хочу сказать. А, вот здесь вот техника тут скрывает. Колесная. Добивай его. Ну это надо скруглять, я понял, да. Просто я вот сейчас толку, ну, хаммер шоу, я уже несколько раз пытался, и у меня там застревал. Ты осторожен будь. Я понял. Сейчас попробую его долбануть. Меня слышно? Да. Я тебя понять не могу, то ли у него там бук рабочий, то ли у него купол гибливый стоит. Все меня облучает. Либо пустой бук пугает. Пиздец, у него песня. Я лечу бомбу. Метку дай ровно. Точная вот, метка? Сюда, да, вот, кидай сюда одну. Любую. Подлетаю. Там ебала такая, что... Пошла бомба. Давай. Мощная ГБУ-31. Ебать на медленно. Его починить можно. Чикидыщ. Вообще похуй. А, не, ебать, у него взрывная волна. Ты посмотри, куда я долетел бомба. Да ты что, какую-то туда. Сейчас кинул. Я туда повторную. Кидай только вот сюда, у него здесь пеха, сюда кидай. Да, понял, сейчас я туда кину ГБУ. Ебать, она все-таки мощная. Вот. Сюда? Да, вот видишь площадка, где город, асфальт. Асфальт, площадка, давай. Что-то там кинул, я пока ничего не... А, вижу. Летит. Пада 30 тоже. А зря, надо на упреждение было. А, блять, он ее заметил. О, смотри, накрыло целых три. Нормально. Отлично. Не попал. С чего они так фигачут? С артиллерии. Да забей, да, держись. Да. Вызывай просто новый. Видишь, очки идут нам. Просто держи свои... То, что ты держишь, свою зону контроля, короче, вот, да. И все, не парься. Вызывай просто выбили, вызывай новых заранее или подгоняй их ближе. Блядь, шилка ебливая. Ребят, центр вот здесь, вот. За на центре очень. Особенно после бомбардировки, потому что там вообще сейчас не довольны. Бля, мой абр. Слева я нахожусь, я везу пеху, просто не успеваю подвозить там. Внимание, если бы не было, да, Роуб бы, наверное, меня продавил. А, так это град! Да. А ты что думал? Я думал, что попал. Это, возможно, какой-нибудь Буратино, я не знаю. Блядь, что ж. Вот здесь. 5 FPS. Нормально. Че все так плохо-то? Сажай на землю, сажай на аэрат, тогда не попадет. Так батарея едет. Держи, не сворачивай, колеса поломаешь. Да. Смотри, у тебя F-16 сейчас в дерево влепится. Слышишь? А он так уже летает, хуй вот тут у него. Ты смотри, в дерево сольешь его и все. Но если так боишься за мой самолет, я его получу, блин. Ну, вдруг кто-то поедет, техникой заденет, я не знаю. Мало ли. Красный это для чего? Красный это пугался. Оу! Я сейчас не понял маневра Птура вообще. Куда он полетел? Куда? Не могу я от артиллерии избавиться. Фу, блядь. Как может так было? Так, погоди, я сейчас на центр полечу. Вот это херни надо. Да, я ее уже пытался, она бомбы, блядь, кидать, бессмысленно, он уедет, а ракету, блядь, на нее не наведу. То есть тут как бы 50-50. А еще они Абрамс нас любят, пацанами, серьезно? Видели наш Абрамс? Блядь, ну может кто-нибудь проезд сделать, да ебаный бук, я пытаюсь, мне не дают.
Короче, я меняюсь на арту, наверное. Нет, держись. А смысл мне держаться? Я летаю, просто хуйней страдаю. У тебя сколько очков было? 500. Сколько? Там центр захват. Ну давай, ладно, меняйся. Погоди, сейчас. Просто если у тебя мало очков, то меняться сможешь. Они все, они занялись. Заебись. А что у вас? Да у вас право там вообще, вы все заняли просто и... А, сейчас.